Борьбой занимается перевода под руководством Василия Ашахова. Является победителем и призером первенства Иркутской области. Его соперник Игнаев Максат. Борьбой занимается 8 лет. Спортивной, детской юношеской спортивной школе Кинкинского района. Тренер Комиссаров. Лучший результат является призер первенства Республики Бурятия. Победу одержал Максим Баксарин, Кемеровская область, и занял третье место и всего 71